Оперативники управления уголовного розыска Рязани совместно с коллегами из полицейского отдела «Ряжский» при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Рязанской области в городе Ряжске задержали автомобиль с двумя злоумышленниками, подозреваемыми в серии краж коров с окрестных ферм. На протяжении последнего месяца в отдел полиции Ряжска от местных животноводов поступали сообщения о пропажах крупного рогатого скота. Полицейские обследовали окрестности пострадавших ферм и обнаружили на местах преступлений несколько шкур и внутренности убитых коров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства хищений, и подозрение пало на двоих местных жителей – 33 и 28 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за кражу крупного рогатого скота. Причем 28-летний житель Ряжского района причастен к хищениям, совершенным им вместе с отцом, который и обучил сына тонкостям криминального промысла. Как незаметно вывести корову из загона, где и как быстро забить и освежевать животное. В рамках специально подготовленной операции сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР задержали серийных воров у автомобиля, на котором от места забоя перевозили мясо похищенной коровы. В багажнике иномарки полицейские обнаружили завернутые в полиэтиленовую пленку части туши освежеванной коровы, а в салоне орудие забоя, кувалду и топор. По предварительной информации, задержанные причастны к совершению за месяц 5 краж коров. Животных ночью выводили из загона в ближайшее поле. Там забивали и разделывали. Порубленную на куски тушу грузили в автомобиль и вывозили в соседний район, где сбывали мясо знакомым торговцам или же в кафе. В данный момент полицейские проводят проверку для установления всех эпизодов противоправной деятельности преступников. В отношении фигурантов сотрудниками следственного подразделения отдела «Ряжский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».